Вечер 1 декабря в парке стал особенным. Зажглись огни на новогодние елки, установленные прямо у обновленной сцены. Нас сегодня ждет очень интересная, увлекательная программа, интерактивная, со сказочными героями, которые сегодня вместе с ребятами зажгут новогоднюю елку, откроют, так сказать, новогодний сезон. Творческий коллектив Чкаловского дворца культуры, молодежный театр «Кураж» и фолк-группа «Горлица» подготовили волшебное представление. Не обошлось без интриги. Главный герой представления – зима, ее первый помощник – месяц декабрь. Потеряли ключи, отпирающие двери в зимнюю сказку. И теперь зима не может начаться. На помощь приходят зрители, конечно, добрые герои. Те, кто пришел в этот вечер в парк, активно помогали, пели, танцевали. И, конечно, добро победило. А стало быть, Новый год – точно придет. Впереди волшебный месяц. Месяц чудес и новогодних праздников. Мы будем ждать вас на других анимационных программах и надеемся, что праздники пройдут весело и задорно. Счастья вам, здоровья, хорошего настроения. А теперь пришло время для самого главного – зажечь огни на нашей новогодней красавице. И вот он, самый главный момент. На высокой еле зажглись огни, а это значит, что Новый год уже на пороге. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.